Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника и МТЗ, совместное производство, мазовской техники, совместное производство, пожарной техники, совместное производство, по производству лифтового оборудования, особенно старые лифты, еще в советских домах, квартирах, их надо менять. Мы сохранили это производство, мы готовы здесь вместе с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику. Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной техники железнодорожной, и платформ, и цистерн. У нас компетенции хорошие, у нас есть компании, заводы, которые их производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники. В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитного скота, коров, прежде всего, для того, чтобы полностью удовлетворили вы потребности в молоке, мясе крупнорогатого скота, мы поставим вам. Более того, на землях, которые вы освобождаете, особенно аграрных, мы готовы вам построить по опыту белорусскому агрогородок и инфраструктуру всю, и рабочие места создать, то есть построить комплексы, а также помогать создавать фермерские хозяйства. Такой опыт у нас от Венесуэлы начиная есть. Но это же не Венесуэла, это рядом. На одном языке разговариваем, понимаем друг друга. Поэтому там, на тех землях, мы для начала построим вам такой агрогородок с рабочими местами. Вы посмотрите, если это вам подходит, мы будем их тиражировать. Тем более мы имеем сегодня колоссальное богатство наше – это леса. Древесины у нас столько, что в Азербайджане это дефицит. Природа в этом плане нас наградила. Мы готовы там создавать для вас дома с дерева. У нас практика в Беларуси распространена. Дом сюда в разобранном виде в вагоне привезли, за неделю поставили, он под крышей на фундаменте, так как делаем в Беларуси. Если это для вас подойдет, мы на возрождаемых землях, у вас в территориях, готовы поставлять вам и строить такие дома. Словом, очень большой план у нас в этом плане, и мы будем работать. Что касается фармацевтики, лекарств, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам очень нужны, и создавать здесь совместное производство по лекарствам и ветпрепарат по технологии, которые мы умеем изготовлять в Беларуси. Это тоже очень большая программа, и программа, которая никому не мешает в Азербайджане работать. Мы здесь в противоречие никому не входим, даже и конкуренцию никому не составляем.